18 марта в Экспофоруме состоялась выставка ЖКХ России. В рамках 9-го общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге за 2014 год компания «Эксплуатация ГАЭС СПБ» одержала победу в номинации «Лучшая частная управляющая организация в Санкт-Петербурге». Организатором конкурса является жилищный комитет Санкт-Петербурга. Основными критериями выбора победителей стали текущее техническое состояние обслуживаемого жилого фонда, оснащенность домов приборами учета ресурсов, внедрение современных энергосберегающих технологий, наличие материально-технической базы, эффективность методов работы и информационная открытость компании. Я так думаю, что наша компания других отличается отношением персонала к своему делу. Потому что мы на это обращаем очень большое внимание. Люди приходят не отрабатывать, а приходят работать и улучшать свою работу. Мы существуем уже 4 года, и это для нас первая победа. Компания постоянно растет, да, я думаю, что она будет не последней. Сегодня эксплуатация ГАЭС СПБ обслуживает 32 многоквартирных дома общей площадью более 1,2 миллиона квадратных метра. Речь идет о 15 домах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе, 3 домах жилого квартала «Панорама 360» в Адмиралтейском районе и 14 домах ЖК «Юнталова» в Приморском районе. Все объекты были построены и введены в эксплуатацию застройщиком главстроя СПБ в период с 2011 по 2014 годы. В основе успеха компании «Эксплуатация ГАЭС СПБ» ежедневная работа, добросовестно выполняемая каждым сотрудником управляющей организации. Сегодня в штате трудится 194 человека. Деятельность компании направлена на планово-предупредительное обслуживание и безаварийную работу систем жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры, лифтового оборудования, пожарных систем, что гарантирует безопасное проживание в домах. Поэтому компания «Эксплуатация ГАЭС СПБ» заслуженно одержала победу, обогнав около 60 конкурентов и достойно носить звание лучшей.